Всем привет, с вами дядюшка Розе. Это не контент по Lineage 2 Mobile, это скам. Вышла новая обнова, очень крутая обнова с бункерами. Сейчас я немножко вам о них расскажу. Чтобы попасть в новый бункер, они будут находиться не на всех секторах. Остались как и старые бункеры, так и новые появились. То бишь, чтобы попасть внутрь, вам нужно найти специальную карту, но можно без нее. Просто решил небольшую математическую задачу для первого класса. Я вам расскажу свои впечатления, которые получил этого бункера, потому что они просто колоссальны. Советую вам собираться в группы, если вы раньше не играли в скам. Советую искать людей, которые пускаются в эти бункера, потому что там появились новые зомби. Такие с мечами на руках, которые выпрыгивают из вентиляции. Также там есть комната с энергогенератором. Вам нужно будет искать предохранители. Там разные типы предохранителей, я так понял, на разное время. Но пока не точно. Бункер поделен на сектора. Когда вы активируете этот генератор, то вы можете также активировать сектор для энергоподключения. И также открываются в этих секторах новые комнаты. Но чтобы попасть в новые комнаты, вам нужно угадать пароль. Но я так понял, вы можете также найти карту к этим дверям или именно какую-то записку с паролем. Я так немного поисследовал бункер. Ну, вы как видите, еще добавили пулемет М249, очень крутой пулемет. Но самое сложное в нем, это, наверное, зарядить магазин. Ладно, это очень кратко об обновлении. Там очень много всякого добавили и разные чипы БЦУ, которые повышают характеристики. Плюс добавили новые мужские персонажи. Также DLC со скинами на оружие. Там куча разных фишечек. Два новых вида зомби. Одного вы видели, второго, я думаю, вы тоже найдете. Очень крутая обнова. Всем советую залетать в скам. С вами был дядюшка Розе. Всем до новых встреч. Если тебе понравилось видео, лайк, подписка обязательно.